За моей спиной находится чудо китайского автопрома, которое скоро уже не будет чудом, так как на наших дорогах их становится все больше и больше. А это L9. По просьбе владельца мы сделали шумовиброизоляцию арок автомобиля. Наклеили на металл арки виброизоляционный материал, дабы снизить шум и вибрации, поступающиеся от дороги и от, соответственно, колес, от шин. И защитили сам подкрылок мембранным материалом от СГМ. Мы используем хороший. И у нас получилась двойная шумо-виброизоляция арок автомобиля. По просьбе владельца мы еще защитили блок управления пневмоавтомобиля. Он расположен не очень в удачном месте, находится прямо непосредственно за подкрылком. И хоть и подкрылок защищает частично от пыли, влаги, от дорожной какой-то грязи, но получается, что все равно забрызгивание происходит. Вот. Мы изготовили кожух защитный, закрепили его надежно. И теперь блок у нас получается, что от брызг и грязи защищен. Будет максимально в сухости и в комфорте. Итак, закончили работы по автомобилю Li-9. К сожалению, одно колесо у нас так и осталось в красной зоне. Такое бывает в реалии нынешней жизни. Такие шины. Но мы старались, мы пытались. Тем не менее, передние колеса у нас получились просто замечательные. Их мы установим вперед, соответственно. Останется только протянуть колеса динамометрическим ключом, и автомобиль готов к эксплуатации. Picture dad will help when he can. He on and off of the bottle. He been through hell for the fam. She got a brother in jail. Итак, первое, как вы можете заметить, автомобиль матовый. Весь кузов мы защитили матовым полиуретаном от компании Lumar. Помимо всего кузова здесь защищено все, что только можно было защитить. Соответственно, это передняя оптика, это задняя оптика, всевозможные стоечки, внутрисалонные порожки. И также мы защитили все экраны, которые находятся внутри салона. По завершении оклейки автомобиль отправился в наш детейлинг-отдел, где мы произвели, скажем так, спа-процедуры. Всю пленку мы обработали специальным керамическим составом для полиуретановых пленок. Напомню, это дает нам глубину и насыщенность цвета, а также гидрофобный эффект, который позволит вашему автомобилю оставаться как можно дольше чистым. Все кожные элементы мы обработали специальным керамическим составом для кожи, что продлевает ее жизнь и позволяет впоследствии гораздо проще очищать, так как не дает грязи проникать в поры кожи. Ну и по завершении, скажем так, всех спа-процедур, автомобиль отправился в наш техцентр, где мы произвели наш фирменный шиномонтаж на вибростенде, заменили колесные диски и установили датчики давления в шинах. Также мы здесь забронировали лобовое стекло. Напомню, эта процедура
не входит в полную оклейку кузова. Сама пленка является расходником, хватает ее на 10-15 тысяч километров, но тем не менее свою функцию она полностью выполняет, защищает лобовое стекло от пескоструя и всевозможных царапин. Также мы здесь выполнили антихром, это поворотники в передних крыльях и молдинги вокруг окон, мы их все заклеили в черный глянец. Автомобиль полностью готов к выдаче, ждет своего владельца. На этом я с вами не прощаюсь, до новых встреч! На нашем канале очень много видеороликов, в которых мы рассказываем про оклейку пленками, про очень крутые проекты пошива салонов, про крутые проекты музыкальных систем и еще много всего крутого, что вы можете сделать, привезя свой автомобиль к нам. На ваших экранах сейчас 4 ролика, переходите, смотрите их, мы не прощаемся.